Всем привет, вы на канале Матвей Иванчук и всякие штучки. Сегодня мы будем играть в игру «Огонь и вода». Как вы видите, я ее скачал на компьютер и играю уже давно. Я даже не знал, что во флеш-играх можно найти такую интересную игру. Ой, флеш-игра на двоих. Я только недавно узнал про эту игру, но на уровне легкий, поэтому я их прошел. Ну, некоторые легкие. Ну что, давайте начнем, знаете, с какого? С нулевого, например. Вот нулевой уровень. Он очень легкий. Как вы видите, я его уже проходил. Ну что, давайте я вам покажу. Как надо играть. Сейчас, вот идем. Ему нельзя. Видите, вот. Огню нельзя заходить на воду, а в воде нельзя заходить на огонь. Правда, тут как-то огонь очень странно показан. Видите, даже мышка у меня есть. Смотрите, вот начинаем играть. Забираем. Блин, ну просто у меня кнопки замыкают, поэтому дурацкая у меня клавиатура, конечно. Так. Вот так. Вот что я вам хотела показать. Вот видите, через эту лаву нельзя нам обоим прыгать. Надо нам обоим прыгать. Нельзя нам обоим прыгать. Так, теперь сейчас я вам покажу, как водить. Это я сейчас красным я играю за вот этими мышками. Смотрите. А вот сейчас водой покажу, как я играю этой. Так, теперь надо водой. Смотрите, а водой я буду играть вот этой буквой. Вот этой и вот этой. Смотрите. Сейчас ставим. Ой, что-то у меня тут. А, это папок слишком много у меня. Поэтому. Опа. Смотрите. Берем. Ставим пальцы. Вот на эту букву, вот на эту и вот на эту. Смотрите. Сейчас я вам покажу. Так, вот так. И начинаем играть. Пойдемте. Сейчас мы идем. Собираем кристальчик. Теперь прыгаем вон туда. Как я вам говорил, тут нельзя. Вот видите, у меня вот и эти кнопки иногда замыкают. Ладно, вы увидели этот уровень. А давайте посмотрим на другой уровень. Ой. Так, какой бы нам уровень зайти? Давайте. Давайте я вам покажу темный, прям темный. А, это не темный. Просто я уровни немножко сбиваю. Поэтому у меня немножко не получается. Тут надо знать все уровни, чтобы пройти. Надо эти уровни все знать. Вот все уровни, которые есть. Давайте я вам покажу, продемонстрирую, какие уровни есть. Вот смотрите, вот этот уровень, он открывается третьим. А вот этот тоже третьим. Вот эта бабочка третьим открывается. Хотя вы не смотрите. 40-й уровень и 31-й. Давайте я вам покажу уровень 1.
Смотрите, какой я тут уровень вам хотел показать. А вот он, да, наверное? Или... А, вот, все, нашел. А, нет, ну давайте мы его пройдем легко сейчас. Так, вот берем, вот нажимаем туда и прыжок. Видите, мне просто очень сложно и снимать, и смотреть. Ой, сейчас я выберусь. Сейчас... А за девочку я тоже буду сейчас сам играть. Наберите, если вы хотите играть со мной. Просто наберите флеш игры на двоих. И все. И давайте играть вместе. А пока я прохожу уровень. Дайте, дорогой. Потому что давайте самый первый. Давайте первый включим. Чтобы было нам полегче немножко. Где у нас первый? Подождите. Я мышку потерял. А вот. Так, ой, что-то отсвечивать начало. Ой, сейчас. Секундочку. Сейчас я вам поправлю все.